Доброго вечора, Хім Доброго. Я рада, що ми нарешті заманили вас до себе в студію. Це було непросто. Маю зізнатися нашим глядачам, тому будемо користуватися можливістю розмовляти на всі сто. Перш ніж почнемо, я нашим глядачам преамбулу зроблю таку про що буде йтися сьогодні. Та й власне нам із вами теж воно не завадить. Тиждень вже світова спільнота обговорює. Посадку літака і посадку того, хто був на борту цього літака, це хлопчина з мінська. Йому 26 років. Я дивуюся, як він багато вже встиг. Почитала про нього. Виявляється він ще з 15 вже активний в суспільних своїх позиціях і їх проявах. Так, от редактор телеграм-каналу Нехта. Хоча западні змі кажуть Некста, не знаю, як Нехта. Так, все таки. Ну, вони так читають букву Х чи Ікс. Я спочатку теж так прочитала. Mm -hmm. Роман Протасевич його затримали. Зараз він ув'язнений, до речі, його батьки кажуть, що його, мабуть, били з огляду на те, що вони бачать на відео і на фото. Це як привід сьогодні нам ще раз згадати про свободу слова і про те, про якість слова, і про те, чим займаються журналісти. Власне, Тому сьогодні будемо розмовляти з вами. Поки що спочатку хочу почути вашу позицію, що стосується цих подій. Який навіть Хамас засудив? Хамас засудив Лукашенка. Ви почали з важкого питання, а з вашого дозволу на важкі питання я буду відповідати російською, бо я на ній думаю. Дякую, а, як будуть, да, а як будуть легкі питання, то я буду відповідати українською. Я володію українською, мовою, але. Повильно добираю слова. Мы можем в ваш регламент не вкладываться. я очень надеюсь, что сегодня вы будете говорить только російською, бо потому что на тяжелые вопросы интереснее отвечать. Так, о деле Протасевича. Значит, тут это дело надо разделить, на, комментируя его, надо разделить на несколько блоков. Самое главное, у меня с моей инженерной жизни осталась привычка начинать с исходных данных всегда. Потому что, как правило, люди, когда анализируют любое событие, любой расчет математический, или экономический, или социальный, они могут ошибиться с самого начала, в исходных посылках. Так вот, главное, о чем я хотел бы сказать, это то, что то, что делает Лукашенко, это недопустимо в 21 веке в цивилизованном обществе, ни при каких обстоятельствах. Рисковать жизнью людей в самолете, придумывать потом вокруг этого, этого какие-то истории, врать просто миллионам людей, ну это недопустимо просто в наши дни. Второй момент. Нам надо понимать, кто такой Протасевич. Он молодой, обаятельный парень, 26 лет, пишут, что он журналист. Вот с этим вот я бы поспорил то фотожурналист. Я не читал его никаких комментариев, кроме блогов, на которые я подписан. Он революционер. Да, вот мое глубокое убеждение, что Роман Протасевич не журналист, а революционер. Он этим занимается уже 10 лет. Он личный враг диктатора, я подчеркиваю, диктатора Лукашенко. Ну, что такое враг диктатора? Это значит, что с ним может случиться все, что угодно, абсолютно, на территории Беларуси, на территории любой другой страны. У нас есть примеры, когда в Англии погибали люди, тоже личные враги другого диктатора. Поэтому надо нам четко понимать, кто такой Протасевич и чем он рискует. И самое главное, он, наверняка, понимал, чем он рискует, даже когда садился в этот самолет. Он наверняка работал с разными спецслужбами, даже когда бывал здесь в Украине, и все, и ему могли объяснить, как его могут захватить. Случаи посадки самолетов в истории так сказать, человечества были и неоднократные. Они известны, принудительной посадки я имел в виду. Поэтому этот случай, конечно, надо было рассматривать, им надо было понимать, что лучше избежать пролетов над Беларусью, но как есть такая у меня одна любимая пословица, «Хорошо быть умным, как моя жена потом». Уже случилась эта беда. И парню грозит реальная опасность, очень сильная. То, что его били, я не сомневаюсь. То, что его принудили отвечать по бумажке, не сомневаюсь. Мы все это видели. И в общем, его ждет очень страшное испытание, и я думаю, что вмешательство других стран, но ну, только выторговать его можно. Можно что-то такое пообещать Лукашенко, что может пообещать там Байден или Меркель, что-то такое пообещать, чтобы он согласился обменять его на кого-то, как, как во время войны обменивали наших там разведчиков или на других шпионов, или их разведчиков на наших шпионов. Вот. Ну что еще можно сказать? Меня поражает наивность наших э, читателей, зрителей, которые говорят, вот это только в Беларуси такой кошмар, вот это только в России, да подождите. А в Украине не было случаев с журналистами, а случай с Гангадзе, а с закрытием других газет. Вот. все это бывает э, либо в странах, где есть диктатор, прежде всего, или человек стремящийся к диктатуре, либо в странах, э, ну то, что называют молодой, а я называю недоразвитой демократией. Ничего в этом нового нету, как вообще ничего нового нету в на нашей жизни и на Земле. В разы в масштаб, масштаб, э, не знаю, зухвалости, очевидно, в данном выпадку. Ну, это виток истории. Каждый виток более циничный, более страшный, более уродливый. Вот. Хотя во времена сталинизма еще, еще страшнее было. Вот. Я желаю Протасевичу, чтобы он скорее освободился из этих застенков гестаповских. Я готов подписать где что угодно. Любое письмо, любое воззвание. Но я понимаю, что, к сожалению, это очень мало даст. Размовляла с Иваном Гребенюком мы в нашем эфире с Це було ще коли вибори тільки завершилися, або навіть тривали, мабуть, ще в Білорусі, і його теж затримували як кореспондента Радіо Свободи. А потім ми розмовляли ось днями з ним. Переписувались, коли це сталося з Протасєвичем. Ми з ним друзі давно. і Тому я казала, Ваня, я щаслива, що так легко для тебе ця історія завершилася. Він каже: Я теж. Очевидно, вони тоді ще не були такі агресивні мають на увазі режим Лукашенка сам Лукашенко, ті, хто його оточить, тому що зараз вже не зважають ні на представництво зміщуваної на. Іноземне, що воно має мережу всесвітню і так далі. Грибуть усіх підряд і закривають. Але він сказав: і тоді не було солодко. Мається на увазі, що досить жорстко з ними поводилися, відкривали номери, заходили, забирали техніку. Він каже, ми в останні хвилини один одно попереджали, бо в готелі були ще журналісти іноземних видань. Все до того йшло. Кілька нюансів з огляду на вашу відповідь, ви сказали, що. Чи можемо ми вважати Протасевича журналістом, тому що він вів блог, веде блог, ну дасть Бог буде його вести і далі. Але ж чи можемо ми говорити в такому випадку, що він журналіст? Що сьогодні є визначенням роботи журналіста? Що сьогодні є визначенням журналіст? Я чому до цього звертаюсь? Тому що ось навіть нещодавно, коли вирішувалося, кому буде вручена обласна нагорода, обласна премія Орел, оцей наш степовий, то на комісії було головою обласної ради піднято питання, чи не варто внести певні зміни до того, хто може номінуватися. Тому що, наприклад, сайти, інтернет, видання не були враховані до цього моменту як окрема одиниця, ті ж самі там не знаю, блогери, чи можуть вони номінуватися. Як ви гадаєте, час плине? технически можно высцепленуть, что все-таки Залишает возможность называться журналистом? Это вообще такой вопрос, ну, очень, еще один непростой вопрос. Значит, у меня есть свое мнение по этому поводу, я его никому не навязываю, но изложить могу. Значит, журналист ⁇ профессия. Такая профессия со своими нюансами, как и очень многие другие. Значит, что отличает человека определенной профессии его рабочий день его занятость трудовая то есть я работаю журналистом вот в этом вот и работаю журналистом если э, речь идет о блогере который пишет когда у него есть там вдохновение или когда есть повод написать это одно дело но журналист работает должен работать 8 часов, там, 6 часов, как его у него там это Но он должен отрабатывать. Он должен отрабатывать определенную работу, которую ему там поставили, поставили допустим, там, пришел в Украину центр, пиши столько-то знаков или полос. Мне повезло в жизни побывать в составе пяти редакторов по, предложению, по приглашению Госдепа США объехать 14 университетов Соединенных Штатов с лекциями по ситуации в Украине. И естественно, что по дороге у нас были не только наши выступления, но и нам же было очень интересно. И мы побывали в газете, которая называется «Вашингтон Таймс». Не «Вашингтон Пост», а «Вашингтон Таймс». Я оттуда взял схему ньюзрума, вот вы, наверное, были у нас в редакции, видели нашу журналистскую комнату. Она Давно имеет, нажали. да, она, да, имеет такой очень интересный, до сих пор имеет интересный вид. Вот это оттуда. Вот в этой же газете мы разговаривали с журналистами. И значит, там, значит, сидит парень, работает. Ну, вот, ты кто? Я швед. Я из Швеции, работаю здесь вот журналистом. Сколько ты даешь статей? в неделю. А это тоже еженедельник. Уикли. Вот. Он говорит, ну, одну-две статьи. Стоп, говорю. А сколько ты пишешь дней эти одну-две заметки? Он говорит, я пишу каждый день. Я думаю, господи, да эти две заметки я бы сделал бы за несколько часов и дальше бы отдыхал. Нет, оказывается, он еще посылает свои материалы в шесть изданий, тем самым зарабатывая, тем самым нарабатывая свой имидж. Вот вам пример журналиста. Классический пример. Вот я, когда меня говорят, как должен работать журналист, я вот вспоминаю этого шведа. И что еще делает журналиста журналиста? Это соблюдение определенных требований к журналистике это даже не обязательное образование, которого у меня, кстати, нет. Вот. Это соблюдение глобальной или международной, как ее чаще называют, хартии по этике журналистов. Там совсем немного пунктов, полтора десятка. Но они четко говорят, что можно делать журналисту, что нельзя. Если человек знаком с этим документом, если он его разделяет, если он в нужный момент вспоминает о том, что в 12 пункте этой хартии оговорен тема солидарности с другими журналистами. А там в другом пункте оговорено о том, что он должен, его желание засветить новость не должно преобладать над достоверностью информации. Это журналист. блогеру таких требований нет, он высказывает свое мнение, и имеет на это полное право. По поводу награждения журналистов и блогеров, если информационное издание, скажем там, какой-то сайт э, считает, что он СМИ, будьте добры, зарегистрируйтесь, зарегистрируйтесь, пожалуйста, покажите документально, что ваш э, СМИ ну, имеет хотя бы признаки. Я говорю, хотя бы признаки предприятия. Вот тобто есть. Для вот того, чтобы нести ответственность в перспективе, правильно в Конечно, режиме? и это тоже. Но просто это доказательство того, что это средство массовой информации зарегистрировано. Что касается блогера, очень тяжело блогеру конкурировать с... Нет, даже не так. Очень тяжело журналисту издание зарегистрировано конкурировать с блогером. Я думаю, что блогерам нужно давать отдельные номинации, и пусть они соревнуются между собой, и первое, пункт, по которому они будут соревноваться, это количество фолловеров, количество подписчиков. Вот это первая тема. Если ты блогер, и у тебя подписчиков там 100 тысяч, ты уже молодец. И 50 тысяч молодец, и 20 молодец. Ты уже на уровне очень серьезного издания. Работай в своем блогерском соревновании, ты можешь быть первым. Юхим і ще трошки про свободу слова. Ви е, вірно зауважили, що це не якась дивина, і таке траплялося і в нас в державі. Навіть да, далеко ходити не треба на моїй пам'яті. Четвертий рік я пам'ятаю добре, як Гена Рибченков постраждав. Я не знаю, чи доведено це правоохоронними органами, але те, що це було в зв'язку з його журналістською діяльністю, це було очевидно. Це ну, фізичне насилля було до нього застосоване. І не тільки він, боже мій, тоді було багато людей, просто яких так пресував я просто пам'ятаю дуже яскраво саме цей випадок, бо, очевидно, мабуть, він був такий найбільш гучний тут, в Кропивницькому, тоді Кіровограді. Про зоопарк на площі нашій теж можна згадувати. Це теж утиски свободи слова, але, скажімо, без фізичного насилля. Повернемося в сьогоднішній день. Закритий 112-й Ньюзван. Мені цікава ваша точка зору з цього приводу. Скажу про свою. Не настільки я досконало знаю їх контент, аби там судити про те, чи, вони, чи він мав місце загрозу державності, що думаю я взагалі про закриті канали, закриті газети і таке інше, очевидно, треба пропонувати альтернативу глядачеві й читачеві, де він може отримувати інформацію, яка Відрізняється від тієї, яку значить, транслюють ці канали, газети, сайти і таке інше. Закривати це останнє, мабуть, до чого треба вдаватися, якщо вже дійсно без цього ніяк, і якщо дійсно правоохоронна система бачить, правоохоронна система навіть не нацрада, не там е інші журналісти, а правоохоронна система бачить, е що тут йде напрямок підриву державних якихось устоїв. Тому неоднозначно ставлюся до цього кроку. Як журналіст, як кого в свій час теж хотіли закрити персонально, мається на увазі закрити рота, або там ЗМІ, яке підлягало утискам. Я пам'ятаю, як це. Дуже добре. Що думаєте ви з цього приводу? Ну, Мені теж достатньо много раз, як це називається, тепер говорять, прилітало. Вот, прилітало і не раз. Э... И по судам доставалось так, что мало не было. И травили меня наши местные, так сказать, ребята. Была тут одна газетенка. Надо отдать должное этому журналисту, который там пытался меня травить. Извинился. Извинился вот спустя довольно много лет. Чуть меньше 20, но извинился. Вот. Значит, было всякое, был даже такой случай во времена Шарова Антонио, когда пытались поджечь дверь. Вот. Жену до сих пор жалко вспомнить, как это все проходило. Но был такой случай. Не в этом суть. Понимаете, это же надо, как, какими тупыми надо считать своих граждан, чтобы не доверять им самим решать, что им смотреть и что им читать ребята, хотите, смотрите этот канал, хотите, у нас такое разнообразие каналов, Закрывать каналы можно только по решению суда. Это мое глубокое мнение. Без сомнений, только решением суда. Да, у нас суд такой, что хочется другие три буквы использовать вместо этого слова. Это факт. Но тем не менее, есть и Верховный суд, и Конституционный суд, и есть ЕСПЧ, Европейский суд по правам защиты прав человека, да, нужно пройти тогда все эти самые, если вы уверены, что надо закрывать, вот, в суд. В суд. Закрывайте через суд. Не знаю, я э, вот эти каналы, которые, значит, я э, ток-шоу их смотреть не мог. Я не мог смотреть вот эти бесконечные появления Одних и тех же трех персонажей. Но это просто до тошноты. Месяцами сдавалось, что даже ведущим уже неинтересно. <свят> вот так и было. Да, и некоторые ведущие, которые, вот наш земляк, в частности, да, то мне всегда хотелось его подмывало спросить, Паша, ну как ты можешь это выдержать? Вот. Но новости у них поначалу были очень хорошие. Качественный контент. Сейчас где можно новости смотреть? Вот вы мне скажите, как человек, который очень много лет был связан с новостным контентом. Я вчера не в связи с, с нашей себе встречей. Иначе. Спасибо. Когда я читать украину центр Я вчера, значит, по один плюс один, значит, посмотрел ТСН. Я насчитал, ну что вы шутите? 6 сюжетов криминального характера, которыми начались новости. Но три я уже привык. Но 6 ДТП убийств, там трагедий, э, неудачных операций. Все. Вы что, это же вообще с, с ума сойти? Как вы шо, что вы хотите загнать людей? Это еще хуже, чем то, что делали эти самые ребята с этих каналов, которые закрыли. Вы людей загоняете во-первых, вы их отгоняете от телевизора, который, в принципе, вас, это ваша работа и она вас кормит. А во-вторых, ви людей привращаєте в депресантів, которые потім виходять на вулицю, беруть бутилку зажигательної сместі і бросають в окно тролейбуса. Теж вчорашнє собачне. Ти за чим бросив? А надаєла все. Ну, вот, в какой-то степені відповідь. Суд. Мой відповідь – тільки суд. Стосовно ремарка, стосовно новин, саме от ми обговорювали новини на плюсах з Мамаєвим Сергієм, який теж наш земляк, але він да. медіаексперт, який працює на теренах всієї України, він сказав. Хай собі буде, тільки не називайте це новинами. Це тележурнал, це, ну не знаю, як завгодно, але це не новини, тому що є все-таки певний стандарт інформаційної продукції, який передбачає низку штук. І це для наших глядачів кажу, що вони не вважали це новинами, теж не обманювалися, бо їх обманюють. Тим кажуть, зараз ми вам покажемо картину дня і показують якусь дикість, і в людини формується дійсно уявлення, що день виглядає саме так: заангажовано з музичкою, з кліпчиками, якимись там. Ще, і ще, що працює на емоцію, а не на свідомість. Ну, так зараз виглядає інформаційний да. простір. Про е відповідальність ЗМІ, ви вірно сказали суд. Чи були на вашій пам'яті прецеденти, коли на теренах області суди були виграні позивачами проти ЗМІ? Поясню, чому я так питаю? Дуже часто після наклепу, або ще якоїсь, скажімо, інформації, яка репутаційної завдає шкоди, люди, яким ця шкода була завдана, частіше за все кажуть Бог з ним або вони просто просять про або виходять на іншій платформі інформаційній і кажуть, слухайте, це була неправда. І далі вже там глядач читач, аудиторія вирішує правда, неправда. Рідко коли йдуть до суду. Чи повинні йти до суду? Я маю на увазі перші особи країни в тому числі. І чи траплялось на вашій пам'яті, чтобы так було в області и суд був виграний? Тоже буду ответ делить на отдельные блоки. Ну, во-первых, такие случаи были, даже в Украине центры было несколько. Проблема, когда подает человек, который упомянут в газете, подает в суд, она зачастую еще в том, что само упоминание в газете рядом с каким-то негативным контентом он считает смертельным преступлением. И когда человеку пытаешься объяснить, что мы это, то, что ты написал в исковом заявлении, вообще не говорили, вот, он начинает кричать «Вы меня опозорили». Да подожди, мы задали вопрос, это было в статье или не было? Ты участвовал в этом или не участвовал? Назвали фамилию, чтобы ты ответил, дали возможность, и, и сказали тебе, пожалуйста, мы готовы предоставить тебе газетную площадь, отвечай не в суд. Доходят такие вещи до полного абсурда. Ну, просто до полного абсурда. Когда просто там, ну, я не знаю, вообще ни за что, подают в суд. Потом очень часто судьи, смеясь, просто закрывают это дело. Но нервы же выматываются. Надо идти, надо объясняться, надо предлагать. А знаете, что больше всего? Жалко времени. Мы работаем в таком бешеном темпе. Вот. У меня, по крайней мере, 7 дней в неделю даю многих моих журналистов точно так же. Рабочие. Поэтому очень хотелось бы, чтобы сначала как-то подготовить людей, чтобы какой-то, я не знаю, было проверка того заявления, которое он пишет, чтобы кто-то такой бы, кому он подает, там, сказал, ты знаешь, вот это вот неправильно, вот это неправильно, вот это бездоказательно. В таком виде мы у тебя принять не можем. Можешь исправить эти ошибки? Мы у тебя примем заявление, будем судить эту газету гадскую или эту телепрограмму. Но если человек просто бред и ходит, и сидит, и вот это вот пытается такая, доказ... и судья не знает, что с ним делать. Куча людей задействованных это еще очень важный момент, это то, что люди получили свободу и не знают, что с ней делать. У Высоцкого так. Фейсбук э Зробив аналіз і вирішили вони, що згідно цих даних, які отримали, що е, значить Україна входить до п'ятірки країн, де за, за допомогою мережі розповсюджувалась фейкова інформація. Тобто, прямо це була спланована якась там акція, там медіапрограма, медіа, якась е, концепція, е, коли розповсюджували фейк. Ну але це йдеться про соцмережі сьогодні. Часто й змі цим грішать, якщо аналізувати, то так це єсть. Ось чому я питаю: чи варто йти до суду і все-таки таким чином спонукати журналіста. У мене була практика, коли на мене я була ще молодою журналісткою, трошки молодша як зараз. І в мене була ситуація, коли це був четвертий рік. Це була телекомпанія Стиму. Ми були опозиційні і було звернення до нас. Трудового колективу, що їх змушують голосувати за певного кандидата з біло-синіми кольорами, і е, загрожує я, я в випадку не відмови, не голосування їм загрожує звільнення. І ми цю е, оприлюднили інформацію. Керівник цієї установи, шанована людина, абсолютно адекватна. Я була випусковий редактор, телефонує мені і каже після випуску новин, що чим ви збираєтеся доводити, збирайте аргументи, тому що я йду до суду. Люди, які нам телефонували, обіцяли, що завтра вранці чи там колись там увечері, в общем, принесуть нам листа, підписаного цим трудовим колективом. Я ж смілива, я впевнена. Я кажу, що я зараз вам проаргументую. У нас є цілий лист підписаний. Ніколи більше я не чула ні ту людину, яка нам дзвонила, ні е, е, того листа. Це була складна для мене історія. Я перепрошувала тисячу разів. Ми в повній мірі е, дали можливість людині сказати, що це не так. Ми сказали самі, що була неперевірена інформація і так далі. До суду справа не дійшла. Але мене це дуже навчило. Сто тисяч разів мій співрозмовник була ну, знайома людина. Це ж не просто позвонили, і я А, да, звісно, зараз ми ефір дає. Тобто, це людина, яку я доти дуже добре знала, багато років працювали разом. Так буває. І це мене навчило перевіряти інформацію тричі, особливо якщо це конфліктна якась історія. Грішать зараз видання неперевіреної інформації. Чи мені здається, що грішать? От за вашими спостереженнями, колеги, як працюють? Ну, Якщо говорити обізданнях, тоді мені треба відповідати грішим, а не грішат. Потому що говорити других про проще всього. Значит, опять-таки, есть несколько пластов в этой ситуации. Ну, во-первых, то, что с вами случилось, это ошибки молодости. Я, я, начина... да, я начинаю э, подобный разговор с кем-то, кто звонит или приходит в редакцию, со слов «принесите письмо». Даже если это человек, которого вы знаете, и все остальное. Даже, да. Тогда я говорю на «ты», «принеси письмо». Я говорю, мне нужен след, с чего начался наш разговор. Это первое. Второе. Добрый швей-инженер. Я филолог, вот сам и <свят> Вот. Второй момент. У нас что? Есть э, возможность проводить какие-то расследования? У вас, у нас есть какие-то возможности? У нас есть расследователи? У нас есть возможность применять какие-то средства или посадить человек, несколько людей в машины, там, чтобы они поездили, поговорили? Нет возможности. Поэтому... Это не значит, что нельзя печатать. Поэтому вывод такой. Печатать можно и нужно, задавая вопрос. Раскрывая информацию. Раскрывая ситуацию. Мы зачастую предотвращаем преступления. А иногда вынуждаем правоохранителей заниматься этим вопросом. Поэтому писать нужно, но нужно думать, что писать. Про гроши уже сегодня поговорили. Журналіст, він жива людина, він їсть п'є, і в нього є родина, він мусить заробляти. Чи траплялося так, що вам робили пропозицію фінансово вигідну, але е, морально-етично не дозволяє. Кодекс, про який, зокрема, і сьогодні ви говорили, не дозволяв вам виконати ту чи іншу задачу. Наскіль, особливо я знаю, що в період виборів це взагалі біда. Журналіст він між молотом і кавалі. Е, Как вы ви выходите из таких ситуаций, что она вони траплялись, и траплялись они в или Ну, Не скажу, что часто бывают такие ситуации, но бывают случаи, когда отказываешься. Отказываешься тоже, либо категорически. Когда вот, был у меня случай один, когда ко мне пришел некий зам э, председателя облсовета без фамилий, и начал настаивать, что мы должны поставить его материал, потому что он зам председателя облсовета. И мы должны поставить его партийную речь, его личную, но с фишкой его партии. Естественно, бесплатно. Вот. Ну, я тут как бы особо не церемонился. Я всегда вспоминаю работу в цеху «Красной звезды» и объяснил ему популярным языком, куда он должен идти и не мешать работать. Вот. Был такой случай довольно громкий. Он сильно орал потом в коридоре, еще не мог никак успокоиться. Случай был. Бывают случаи, когда себя наконец-то научишься сдерживать. И тогда ты просто там отказываешься. Ну, места нет. Ну извините, давайте в следующем номере. Следующий номер уже после выборов. Вот. Или, или бывает, просто объясняешь. Я говорю, Понимаете, вот публикация вот такого материала принесет мне такие судебные издержки, что той суммы, которую вы предлагаете, никак не перекрывается. Вот мне выставляя, я достаю там покойного Кухарчука, газового босса э, иск, показываю на миллион, вот по тем деньгам, когда это было это, это была огромная невероятная сумма. Вот, если ты берешь на себя вот эти расходы, человек успокаивается и говорит, да не, не треба. Да посмотрите на выборы президента в США, когда Трамп пытался э, там как-то прибить CNN, когда э, распускали обе стороны, распускали такие фейки и публиковали их в своих этих изданиях лихо, которые, в общем, до сих, до сих пор суды идут. То есть это в порядке вещей во многих странах. Это такая зараза, она почище коронавируса, которая распространяется где-то, появившись, она распространяется по всему миру, и завтра так поступает. Это очень, вот эта вот э, инфекция с политическим аспектом, она точно хуже коронавируса. Подрались где-то в Верховной Раде, ожидайте завтра... Кировоградской или к областной ради драку. Где-то э, напечатал там какие-то столичные издания фейк. Гарантированно, что это пройдет все где-то в, регио, в регионах и так далее. То же самое и за границей. К нам это все гадость очень сильно приходит. Только какая-то Избавиться от этого невозможно. Какая-то личная порядочность немножко может защитить. Вы сказали, даже Трамп пытался... Якось там утискати сіни. Конечно. Навіщо ходити далеко? У нас був голова ОДА, коли він закри... закрив наради, зробив їх закритими. Так. Хіба це не утиск? Закрити можливість чути і бачити для журналіста. Це все одно, що е, утиск, тому що немає доступу до інформації. І от зараз, наприклад, про судові до речі, справи. Зараз я знаю, що є судова справа з народним словом. Е, ми читали про це в Фейсбуці. Редактор закликала небайдужих бути уважними до цього процесу. Там йдеться про господарчі. Нюанси, але я сподіваюся дуже, що і ну як вам сказати, що за тим не стоїть нічого, окрім бажання навести господарський лад із цим виданням. Уважно слідкую за цим процесом. Про газети хто сьогодні бере до рук паперовий примірник України центр, коли у, у, час, коли можна взяти будь-який гаджет і оперативно отримати інформацію. Тут і зараз в будь-якому вигляді, із відео, із фото, і навіть з музикою, і з монтажем. Ну, що вам сказати? Це легке, це легке питання. Казали, що театр помре, коли з'явилось кіно. Не помер? Ті. Ні. Казали, що телебачення уб'є кіно не вбило. І те ж саме буде і з паперовими газетами. Є люди, які яким. Оці старінки в руках, вони дають дуже дуже таке впевненість в правдивості інформації. Що написано пером, а не набрано на клавіатурі, те їх запрошує до читання. Звісно, що світ міняється, дуже швидко міняється. І е, інформацію скоро ми будемо отримати з чіпу, який буде вставлений чи в, в руку чи за вухо. Вже ж вставляють. Це нормально. — Я в курсі. Я ні, говорю. ні, я маюся. Да. Вакцинація. Да. вакцинація вже вставляють чіп. Ні, ніякої вакцинації, ніякого чіпа нема. Як вакцинована людина, я вам можу це підтвердити. Да, Додаткової інформації не отримали зі свого чіпа. Ні, тільки трохи температури і все. Вот. Але. скоро, очень скоро у нас дома будет один единственный прибор, единственный гаджет, который будет и телефон, и телевизор, и компьютер, и все это будет абсолютно просто, и голосом будет набираться текст, и все это будет делаться. Вы посмотрите, как, как изменил мир мобильный телефон. А за ним дальше и дальше и дальше пойдет. Понятно, что газеты останутся таким раритетом, но на них будет спрос. Всегда найдется небольшое количество людей, как и на, на, находится на книге. Вот. Книги все равно расходятся, читаются. Важно, чтобы это был тот автор, которого ждет читатель. Так и газету ждет свой читатель. Понятно, что таких тиражей, как раньше, не будет. Понятно, що газет будет все менше і менше. Вони будуть уходити в мір діджиталізації. Я не кличко, я выговариваю це слово. Ви цьому опираєтесь як людина, яка пропрацювала з газетою більшу частину свого трудового життя. У мене інженерна була більше. Но це не важно. Не те, щоб ми опиралися, ми намагаємося робити газету більш цікавою. Це все, що ми можемо зробити. Які світові тенденції? Світ нас випереджає в частині технічного забезпечення? Це для нас сьогодні телефон виглядає так, як він виглядає. там, останніх, ну, там я знаю, 10 може років. У них то це раніше почалося, вони відмовилися від друкованих змі. Яка їх доля? Тенденції такі, що допустим, в Сполучених Штатах кожне місто більш-менш великий, Має, як мінімум, дві свої газети: одну демократичну, одну консервативну. І це обов'язково є, це такий символ. Газети там тримаються е, за рахунок реклами. Реклами дуже багато, це така стільки вкладки. Я був в їх типографії, я бачив, як окремо е, друкують рекламу, яка потім вкладається в газети. Там, мабуть. Півкілочі, а може і більше вкладка йде різних, рекламних листків. От там так. Якщо ви подивитесь під таким кутом репортажі з Європи, з Японії, ви побачите, скільки людей там з газетами. Вони щось таке знають, вони щось таке вміють, вони приучили своїх читачів до того, що газета. Мабуть, навіть легше, ніж читати телефон. В телефоні є тіктоки, в телефоні є такі речі, які більш приваблюють. А газета це для іншого. Ви пам'ятаєте наш девіз, який ми дуже багато? Україна центр, газета для думаючого читача. Поки є думаючі читачі, газета буде. Є думаючі, читачі. Є. От, до речі, про аудиторію. Сьогодні ж така історія, коли ЗМІ йде на запит аудиторії. На жаль, цей запит стає все більш примітивним. Давайте говорити відверто. Чому ТСН показує або народження пандочки, або якусь там аварію? Тому що потім аналіз до знову ж таки, через те, що там знайомі працюють, аналіз доводить, що саме на цих сюжетах люди зупиняються. Це дивляться. Не аналітику, не розслідування, а про пандочку. Як втриматися на плаву ЗМІ для людей, що думають? Якщо засновник теж усвідомлює, що треба все-таки підтягувати аудиторію до себе, а не навпаки, спускатись до неї, то це круто. А якщо ні, якщо він теж хоче хайпувати, заробляти або як, там, менше витрачати, да? як бути журналістом? Шукати свого редактора, свого засновника. Як футболіста знайти? Шукати свого тренера, шукати свою команду, так і тут. Все з неба не впаде само по собі. І треба шукати, якщо ти вмієш добре писати такі речі, які можуть людей дати людям можливість задуматись. То треба таки робити те, що ти вмієш. В незалежні ЗМІ, ви взагалі вірите в таке поняття, як незалежна ЗМІ. Тому що є або провладне ЗМІ, як засновнику якого влада, ось зараз роздержави, але там теж суспільне, там інші якісь видання, друковані в тому числі. Або ЗМІ, яке фінансує там, конкретна людина, або кілька людей да? зі своїми, ясна річ, інтересами. Тому що це великі гроші. Це треба якби, розуміти, навіщо ти їх витрачаєш? Ну... Теперь уже тяжелый вопрос. Но абсолютной независимости, как и абсолютной свободы, не бывает. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Это классика. Вот. Значит, вот последняя новость, что как бы наш светоч и наш, наше знамя независимой журналистики, украинскую правду, купил медиамагнат Фиала. При этом, естественно, было сказано, что принципы независимой журналистики будут сохраняться. Ну, большинство журналистов почему-то в это не поверило. Ну, таких, с которыми я общаюсь, по крайней мере. И сказали, что теперь Фиала будет определять курс. Но если тебя не устраивает то, что тебе предлагает твой учредитель, ну, встань и выйди. Я тільки хотіла сказати, ми дізнаємося про це по відтоку кадрів. Якщо ті, кого раніше читали з задоволенням встануть і вийдуть, можливо, навіть без коментарів, то це буде показник. Да. Тим, кому повезло жити в першій частині незалежної України, в першому періоді, кому преса могла дозволити незалежність, не анархію, це і сейчас у нас є незалежність, і які вже йшли. сейчас, допустим, из большой прессы, как та же Юлия Мостовая или народный депутат Рахманин Сергей, вот, то им, конечно, повезло. Э -э ну, как бы умные ребята не пропадут и сейчас. Они будут искать либо другую работу, либо какое-то другое приложение к своему творчеству. Вот, вот ваш коллега из СБН, Андрей Лысенко, он хочет книгу писать, его тянет к, к литературе, не думаешь, что это связано с утисками? Не-не-не. Это просто возможность реализовать себя не только в журналистике. Тут речь не об утысках, тут речь не об ущемлениях, а речь о том, что человек умный, он себя реализует, как правило, ни в одном направлении. Поэтому я не вижу трагедии в том, что где-то что-то не. Вы знаете, меня со времен кучмы часто спрашивают: а вы чувствуете себя свободным? Говорю, вы знаете, я и при Кучме, и при Януковиче писал вот что хотел. Но другой вопрос, что я хотел писать и что я думал писать. Вот я на своем уровне ощущал абсолютную свободу. А выйти на площадь и кричать там губернатор дурак или президент дурак, ну это же при журналистике это не имеет никакого отношения. Или бездоказательно орать и А от он вор. Ребята, рати можна. Якщо у тебе є хоча б один факт: віддай його правоохранителям і піднімай після этого гвалт на весь мир. Про э, Гайворнщину і про Хащівацький меморіальний комплекс, який э, вам вдалося реалізувати з вашими однодумцями. І про те, це те, що вже зроблено, це те, що ми вже бачили, і про те, що має бути зроблено в Кропивницькому. Чи вірно, я зрозуміла з останніх фото там, в тому ж Фейсбуці, що і в Кропивницькому буде щось подібне? Це буде зовсім інше. Тут ідея зовсім інша. Но если в Хашивата вот было место, оно было запущенное, оно было заброшенное, там сажали картошку уже, сажали малину, куры гуляли с козами, то в Кировограде были есть люди, которые построили памятник жертвам нацизма. Вот. Но если в Хашивата после не после войны, это было еще во время войны, открыли эти ямы расстрельные посчитали каждого человека, ну или почти каждого, вот, то вы знаете, как посчитали в Кировограде? Значит, вот там вот, где сейчас школа, вот областной больницы, где заканчивался город, тогда там был противотанковый ров, который был метров 150. И вот в этот ров по разным оценкам 5, 6, 8 тысяч людей уложили расстреляли, как посчитали. А как посчитать? Они раскопали 3 метра этого рва и посчитали, 20, что в этих 3 метрах 28 останков, и потом перемножили на длину. И так нашли. То есть восстановить это никаким образом уже невозможно. Вот. Это с одной стороны. И вот нашлись люди 20 лет назад во главе с Леонидом Шмаевичем, известный человек. Вот. И поставили памятник. За 20 лет он как бы вот, он не выдержал. Плиты начали осыпаться и все такое прочее. Надо реставрировать его. Вот. Люди готовы заняться реставрацией. Наш известный архитектор Вадим Мездрин этим занимается, проектом реставрации. Участвуют меценаты в этом. А территория, которая там рядом с памятником, я предложил, опять-таки с коллегами, назвать это сквером праведников народов мира. Есть такие люди, которые вот получают официальный статус в Израильском музее Яд Вашем за спасение евреев во время войны. В Кировоградской области было очень много людей, которые спасали евреев. К сожалению, в списках их осталось ну, я думаю, даже, наверное, ну, десятая часть, наверное. Э, Украина на четвертом месте по количеству э, праведников мира. Впереди Нидерланды, Голландия, Польша. Я считаю, это крайняя несправедливость. Это, я бы сказал, историческая несправедливость. Потому что если где спасали евреев, то прежде всего их спасали в Украине. Да, их тут расстреливали свои. Но и свои спасали, только разные свои были. Вот. Просто так работал Советский Союз, что об этих людях ничего не известно. Почти ничего. И вот мы хотим в этом сквере поставить такие камни-памятники, на которых будут написаны фамилии этих людей. Самое главное, я всем это говорю. Ребята, последний живой праведник мира на Кировоградчине живет под Александрией в селе Косевка. Владимир Никитович Черновол, Человек, который спас летчика, капитана, ланцмана, с которым он вместе потом целый кусок жизни прообщался, он еще жив. 1 сентября ему исполнится 100 лет. Если он жив, то долг перед ним есть. Вот мы его пытаемся выполнить. А еще, я так думаю, когда мы будем иметь такие мемориальные комплексы, это нам позволит... Не забувати, що посаджений Спротасевичем літак Білорусі може призвести до таких от е, трагедій, так. про які ви щойно говорили, від яких мурахи і Я вам дякую за розмову сьогодні. Сподіваюсь, нашим читачам, глядачам буде цікаво. І сподіваюсь, що не останнє зустрічаємося в ефірі. Ну, не останнє не обіцяю. Пасібі. Дякую вам так.